телеграм-канале городской администрации напоминают, что жители сами могут решить, какие самарские общественные пространства благоустроят уже в следующем году. Проголосовать за понравившуюся территорию можно будет с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.городсреда.ру. Напомним, в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу. Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через портал госуслуг или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Администрация Красноглинского района публикует в телеграм-канале «Бизнес-кейс». Это специальный комплекс услуг для плательщиков налога на профессиональный доход, который включает в себя несколько ключевых направлений, необходимых для успешного старта и эффективного развития проекта. Руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова рассказала, какую программу подготовил МВЦ «Самара Космическая» к 12 апреля. В 11 часов состоится презентация приключенческой игры для школьников. В 13 часов откроется выставка художника-графика Виктора Панидова. Также в этот день с 10 утра до 6 вечера можно будет увидеть экспонаты, обычно скрытые от посторонних глаз. Департамент транспорта Самары сообщает, что в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню космонавтики, с 7 утра до 9 вечера 12 апреля по улице Молодогвардейской на участке от Маяковского до Полевой будет временно ограничено движение транспорта. Кроме того, с 6 вечера 11 апреля до 9 вечера 12 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.